Захожу я тут, значит, понимаете, в интернет и обнаруживаю, что вчера стало известно, что вышла новая прошивка для компота, как ее начали называть, или HomePod, колонка от компании Apple, которая появится у нас где-то зимой. И, кстати, да, ее я собираюсь, наверное, взять, потому что это прикольное изобретение. Прошлый ролик про iPhone 8 набрал примерно 900 тысяч просмотров. Спасибо вам, что смотрите. Сегодня я вам расскажу про последние новости и утечки, которые стали известны вот буквально вчера. Вышла прошивка для как раз этой колонки HomePod, и она была предоставлена девелоперам. Один из них обнаружил внутри в прошивке некую информацию, которая нам говорит, во-первых, о том, что устройство будет разблокироваться при помощи Face Detect, а именно инфракрасного излучения. То есть не датчик сетчатки глаза, не что-то еще, а именно написано InfraRed. Ну, посмотрим. Возможно, это будет революционное решение, при помощи которого нельзя будет заменить твое лицо картинкой. И ты подносишь телефон, и он разблокируется. Хотя это, наверное, очень странно выглядит, чтобы ты на улице вот так вот брал телефон, и он разблокировался. Ну ладно, посмотрим. Но интересна вторая еще новость, что внутри этой прошивки он обнаружил небольшое изображение. Вот это. Как вы думаете, что это такое? Ну, конечно, мы это видели уже на протяжении последних, наверное, 5-6 месяцев. Это новый iPhone. Да, у него будет большой экран, минимальные рамки, и сверху будет одна единственная полосочка, в которой будет динамик и всевозможные датчики и камера. А вот клавиша Home, скорее всего, скроется реально под дисплеем. Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Уж слишком много утечек, которые нам говорят, что, чуваки, iPhone будет выглядеть именно так. Да, мы им верим. В сентябре узнаем, мы просто подождем и узнаем, как он будет называться. Maybe iPhone Pro. Это не новость, это можно все что угодно назвать. MacBook Pro есть, iMac Pro, iPad Pro есть. Возможно, будет iPhone Pro. Ну, либо это будет iPhone 8. Пошел дальше следить за новостями компании Apple и готовиться к презентации в сентябре. Но если компания Apple меня удивит, ну, так и быть уж. Куплю я iPhone. Пошел следить. Давайте, не забывайте ставить лайки и ждите новых роликов. Пока. Эх, люблю смотреть картинки новых айфонов. Эх, какой красавец.